Вообще для издательского дела этот год был крайне нелегкий, надо сказать, потому что действительно кризис, действительно есть ряд очень сложных проблем, начинаю сразу со сложностей, и в том числе то, что мы хотели издать, наверное, весной там, или даже в конце зимы, это все перенеслось вот вплоть до сегодняшнего дня, но я рад, что, в общем-то, международные наши проекты, это действительно все книги, которые я сегодня буду представлять, да и часто другие, которые я уже представлял, это проекты, которые делаем не только мы, как вот какие-то отдельные издательские российские проекты или вот Академия Герметик Групп, которая включает там ряд всяких деятельностей, но получается, мы работаем с издательствами зарубежной литературы, академическими также, работаем со специалистами, которые наши тоже русскоговорящие люди, но живут за рубежом, или же специалисты, которые в том числе не русскоговорящие, также живут в зарубежье и, собственно, тем или иным образом участвуют в наших проектах. И, конечно же, сегодняшняя современная ситуация, она, ну, конечно, сыграла не очень хорошую роль, но обрадую всех, что, в общем-то, взаимное доверие и как гуманитарные вот связи, они в любом случае остаются, и нам даже некоторые проекты продлили по договорам и прочее. То есть, но, к сожалению, все, что хотелось издать к сегодняшнему дню, не удалось пока, но я надеюсь, что на втором полугодии мы вас обрадуем еще новинками. Итак, приступим. Сегодня я ограничусь, наверное, одной серией книг. Это, собственно, Librarium Aurarum, самое, тут такие небольшие и, наоборот, большие книги, которые мы выпускаем в малой серии и в большой, ну, подсерии, скорее так, которые выпускает этот проект. И так сложилось, что практически все книги вышли именно в этом проекте, поэтому будем говорить о нем. Проект Librarium Aurarum мы организовали еще с Юрием Федоровичем Радиченковым. Это была его идея в плане того, чтобы его так назвать и разделить на Opus Minus и Opus Majus, то есть на большую работу и малую работу. Получается, ну и в соотношении тоже вот разных форматов, и в соотношении, скажем, таких небольших переводов или каких-то вот изданий, которые мы можем сделать не за такое длительное время, и, собственно, натренировать себя и вот новых переводчиков в том числе, да, это вот в такой малой серии издания. Ну, а большой мы, собственно, вкладываемся по полной, делаем долго, основательно, и выходят красивые такие большие издания. То есть вот эти проекты, если технически, то их можно так обозначить. Да, если же практически, то все они о первоисточниках, которые очень важны для нас с вами, поскольку мы занимаемся исследованием, да, и, в общем-то, обращаемся чаще всего либо к академическим исследованиям, либо к первоисточникам. И того и другого на самом деле у нас в России, к сожалению, не всегда есть в достатке. То есть по некоторым направлениям есть, например, даже в России исследователи, но нету хороших переводов или исследований. Мы эти лакуны, получается, своими проектами, в том числе вот этим, заполняем. Так получилось, что у нас выходят здесь в Librarium Aurarum книги по астрологии, по алхимии, по кабале, другим направлениям, символике и так далее. Итак, что же такого замечательного мы все-таки издали? Первым номером я покажу вот эту коллекцию химика, редкие трактаты по герметической медицине и алхимии. Вот такая вот книжечка небольшая, да, но толстенькая. Это, собственно, перевод двух изданий. С издания 1684 года и с издания 1893 года. Это собрание химических, алхимических книг, которые были написаны, в общем-то, очень известными алхимиками. Ну, понятное дело, что некоторые из них сами эти книги не писали, это псевдоэпиграфы. То есть это книги небольшие, где-то 12 их здесь, которые по темам философского камня,
спагири, различных вот, аспектов алхимии, таких как алхимический меркурий, философский меркурий, или же, собственно, там, философская сера и прочее. То есть каждый из этих трактатов были написаны, собственно, там, Роджером Бэконом, Джорджем Рипли, Ирением Филолетом и многими другими известными всем алхимиками. Хотя здесь есть, допустим, любопытные трактаты, которые не совсем алхимического содержания. Например, книга «Новые средства против голода», написанные сэром Хью Платом. В общем, несмотря на то, что здесь преимущество алхимическое содержание, этот трактат, он повествует о том, как не умереть с голоду в любой тяжелой ситуации, что, наверное, очень, очень всегда необходимо, да, там, как сделать какие-то сорта пива без хмеля, хлеб без разных злаковых и так далее, да, приводятся забавные такие истории, как кто выжил в каких-то нечеловеческих условиях, и, в общем, с алхимией в меньшей степени связано, но ее включили, потому что незадолго до издания вот первого вот этого 1648 был голод в Англии, и издатель, который, собственно, довольно-таки известный, это Купер, фамилия, сейчас, секундочку, предисловие его, да, Уильям Купер, который держал магазин издательский и, судя по всему, был связан с какими-то тоже такими розенкрейсерского толку организациями. Ну, поскольку здесь есть посвящение, да, такое связанное с розенкрейсерами. И магазин назывался «Пеликан». Он находился в Малой Англии. И, в общем, он издавал ряд вообще книг алхимических, и это вот как бы такая самая, наверное, известное его издание. А вот второй, который в 1893-м издание сокращенное, но немножко дополненное, было сделано Уайтом. Вот, Уайтом. Итак, ну, собственно, я думаю, что вы сможете, кому интересно, полистать книги в наличии. Отдельно останавливаться долго не буду, потому что у нас еще впереди несколько изданий. Итак, в этой же малой серии мы получили вот только что работу по астрологии Фарух Аль-Андеказар о годовых гороскопах. То есть это довольно важная книга для астрологов, не только для исследователей, да, астрологии, но и, собственно, для астрологов. Почему? Потому что здесь говорится о годовых гороскопах, о влиянии, получается, разных планет на владениями года, ну, влияние на год той или иной планеты. Вы знаете, наверное, что не только там дни недели какие-то, еще части, да, определяются через планеты, ну и, собственно, годы, да, каждый посвящается. И, собственно, это все разбирается здесь довольно подробно, то есть Андеказар, он брал лучшие, в общем, части из античной греческой астрологии и добавлял к нему вот тот нарратив, те изменения, которые были сделаны арабскими астрологами. И это все, собственно, вот выражено в этой небольшой книге. То есть, в общем, мы уже, наверное, там 3 тиража продали на предзаказах, потому что, собственно, это интерес представляет. Ну, и как вот я говорил изначально, здесь нам вообще повезло, нам дали даже права, бесплатно правообладатели, вот, которые делали комментарии к этой книге, мы хотели взять научный комментарий, и, собственно, институт, по-моему, исследования арабистики, он, да, он выдал нам эти права, ну, в этой сложной ситуации сказали, что вот берите, делайте, да, что, собственно, помогло изданию этой книги. Да, два переводчика делали эту работу, Владимир Розов, которого доклад вы вчера слушали, и тоже молодая переводчица Лала
Самедова. Вот. Сейчас, кстати говоря, мы еще возьмем, скорее всего, несколько более больших с ним произведений арабских астрологов, таких как Абу Машар, ну и других, и, собственно, надеемся, что благодаря поддержке тоже вот, читающего сообщества, мы сможем издать эти труды, которые ранее вообще не выходили с арабского на русский или даже вообще на какой-либо язык. Вот, что, собственно, характерно тоже, характерная черта наших проектов, браться за такие довольно сложные задачи, которые делаются долго. Но это, наверное, пойдет в большой серии или каким-то вот отдельным, может быть, ответвлением. Что еще? Значит, тоже, ну, вот эту книгу, опять возвращаясь к годовых гороскопах, к сожалению, вот у меня только сколько, 4 экземпляра, да, она выйдет вот где-то через неделю, потому что вот с типографиями сейчас тоже проблема из-за всяких сложностей с материалами. Вот, другую же книгу тоже, которую совершенно небольшим количеством, у меня, по-моему, 2 осталось, так что кто сейчас хочет приобрести, можно, вот, а потом ее ждать где-то до середины июля, тираж. Но книга очень значимая, крайне важная, и, собственно, это книга Джона Ди, к которому мы неоднократно обращались в своих изданиях и переводах в разных сериях, в том числе вот в серии «Ариадна» в АИМ выходила тоже благодаря Юрию Федоровичу Радиченкову личный дневник Джона Ди. Ну и потом были изданы «Афористические начала» вот в таком же прекрасном, да, прекрасном издании. И было издано еще, здесь у меня с собой нету, книга-сборник именно о Джонни Ди, небольшая, тоже, к сожалению, уже после смерти Юрия Федоровича. И, собственно, вот «Иероглифическую монаду» он также рекомендовал нам издать. Это был такой проект, получается, еще более длительный. Взять переводы, которые были сделаны еще в 2000-м и в начале 2000-х годов, это перевод Кутузова и перевод Дальмилова, и, в общем-то, доработать либо один из них, либо оба сразу. Ну, я думаю, что вот как раз это издание, оно является этим доработкой. Мы взяли за основу перевод Глеба Кутузова, с ним тоже договорились о передаче нам прав на издание. Он помог и доработал, допереводил все те части, которые, как оказалось, он не перевел в 2000 году, ну, потому что там был проект такой научно-популярный, и, как он нам объяснил, ему дали просто, ну, даже не скан текста, а набор текста, который был с ошибками. Ну, с развитием интернета и прочего, он, конечно же, уже через какое-то время добыл себе оригиналы, да, и... Но как бы времени, возможности не было сделать какое-то, никто, наверное, не предлагал сделать какое-то вот повторное издание «Монады», поэтому все пользовались вот этим. Ну, перевод Данилова все тоже знают, вот и самый такой синим большом сборнике по герметической натурфилософии. Он многими исследователями считается более лучше, потому что более проработан, но там тоже есть ошибки и, собственно, тоже есть некоторые упущения. Поэтому, в общем-то, мы, взяв один перевод, доработанный в современности уже, и вот добавив некоторые моменты из другого, вот благодаря Александру Юрьевичу Саплину и Матвею Михайловичу Фиалко, вот был отредактирован этот текст и сделано вот такое шикарное издание, где, в общем-то, каждая страница цветная, да, есть все картинки по делу, по теме, не сама монада вообще состоит из иллюстраций, ну и собственно, мы доработали, то есть все такие очень красивые элементы, бумага, форзацы, суперобложка. Да, у нас наш коллега Артур Ливанский делает каллиграфию на некоторые наши издания, то есть вот здесь вот получается еще сделан шрифт специальный, который, в общем, от руки отрисовывается и потом переносится. То есть, «Афористические начала», напомню, она вот такая красненькая, тоже под этим самым.
Ну, конечно, цена таких изданий довольно велика, но оно того стоит. И если посчитать реальность, да, то получается у нас они практически близко к себестоимости продаются. То есть мы не заламываем цену, мы ее наоборот снижаем, потому что понимаем, что если бы мы были чисто коммерческое издательство, издательские проекты, то эта бы книга стоила, ну, 1007. Вот. Так она стоит где-то половину меньше. Вот. И что здесь еще такого замечательного? Ну, помимо еще исследовательских статей Матвея Михайловича и Александра Юрьевича, здесь еще есть латинский лингва, получается, да, латинский, собственно, набранный заново текст всей монады вместе с иллюстрациями. И, да, там вот эти такие вот, даже в камеру, иллюстрациями монады и, в общем, да, тоже исправленный, проверенный латинский текст. И так у нас получаются вот эти два произведения, которые на самом деле связаны, они между собой были связаны не просто тем, что они, ну, скажем так, об одном и том же, да, о астрологии, алхимии и герметической философии в целом, ну и в том числе сам Джон Ди, он как бы сделал, наверное, монаду некоторым ключом к афористическим началам. То есть эти произведения на самом деле надо рассматривать совместно, и там есть как бы такие кросс-ссылки друг на друга, вот, что ранее, ну, редко кто отмечал, потому что издавалась чаще всего монада, там на английском языке в том числе, на других языках, и время, да? Да, хорошо. Да, и, собственно, никто на это особо не обращал внимания. И последнее, что вот удалось тоже издать, это алхимические трактаты о дистилляции, сублимации и кальцинации Джона Френча. Это последний перевод Юрия Федоровича Радиченкова, который они делали вместе с Михаилом Юрьевичем Радыгиным. Здесь очень подробный комментарий, тоже вот в такую красивую, в таком красивом варианте с иллюстрациями. Здесь не только, собственно, самая главная работа Джона Френча, который был, ну, такой довольно известный тоже алхимик и издатель, и переводчик алхимических текстов, писал он к ним предисловие, к синдивогию, к Глауберу, даже к переводу, первому английскому переводу герметического корпуса, который делал доктор Эверард. И здесь, а здесь, собственно, книга об алхимии, где очень много иллюстраций алхимических различных реторт и аппаратов, все подробно описано. Ну, как мы пишем в своих изданиях, не стоит это все применять на себе, потому что, конечно, 17 век, медицина 17 века, это то еще приключение, в общем, ну, поэтому, да, чисто культурологическое, историческое, ну, с таким вот взглядом к этому подходить, но между тем это очень интересно, и здесь получается о всех операциях алхимического делания, ну, в частности, о дистилляции, сублимации и кальцинации. Вот. Что можно сказать? Ну, собственно, да, этим вот мы завершаем такую вот работу по изданию трудов Юрия Федоровича в том числе, и вот, собственно, продолжаем, да, дальнейшую деятельность этой большой серии нашей, и деятельность малой тоже будет продолжаться. Пару слов о новинках, у меня есть еще, да, время? Да, собственно, пару минут, хорошо. Значит, да, у нас будет ближайшее, это вот как раз перевод Петрухина Семена, работы по этногенному эзотеризму 19 века. Правильно, да, все? Кого? Энтогенному, да, точно. Видите, заговариваюсь. Это будет тоже небольшая книга, очень интересная в плане того, что на эту тему вообще ничего нету такого вот именно по этого периода. То есть тоже будем ее презентовать отдельно. В большой серии мы планировали еще ряд изданий, в том числе критическое издание «Изумрудные скрижали», которое тоже довольно долго длится. Мы там, как вы знаете, перевели арабскую «Изумрудную скрижаль», это выходило в арабском Гермесе, да, и так далее. И также у нас сейчас идет большой проект по созданию перевода и вообще публикации Эдипа Египетского
Афанасия Кирхера, который тоже, скорее всего, будет в большом вот этом формате со всеми гравюрами и прочее. Но это такая длительная очень история. Я думаю, что мы несколько лет потратим это только на первые два тома. И еще тут вопрос с финансированием. И, судя по всему, нам придется увеличивать команду, потому что труд там колоссальный. Там очень много моментов с разных языков, что там одним латинским не обойтись и одним редактором тоже не обойтись. То есть есть там поэтические моменты, есть прозаические, есть разные тоже символические, то есть разные-разные пласты, но тоже издание будет уникальное, потому что его вообще никто в мире не делал. Надеюсь, мы справимся за какое-то обозримое будущее, да, и при возможности все это издадим. Но это кратенько о наших проектах. В других сериях тоже, собственно, все идет по плану. Скоро будет и «Ключ к магии Соломона» том 2, и «Египетский Гермес» Гарта Фолдена, о котором я на своем докладе позавчера говорил. И, собственно, еще восточную серию будет «Буддийская магия» Сэма Ван Шайка скоро очень. И «Алхимическое тело» Дэвида Гордона Уайта тоже, я надеюсь, что осенью мы издадим. Нам как раз по нему продлили срок Чикагский университет. Вот. Спасибо. Есть ли какие-то вопросы, предложения, возражения? Да, спасибо, коллеги. Вопросы, комментарии? Наверное, у нас тут микрофон немножко начал шарить, поэтому подходим сюда задавать вопросы. Так, вопрос. Ну, в принципе, категория людей, которые понимают, покупают книги по астрологии, ну, наверное, я представляю, это, наверное, большая часть астрологии. А вот книги по лабораторной алхимии. Сейчас основная категория людей, то есть, ну, монада, да, я понимаю, то есть это там спиритуальная алхимия, тоже понятно, а вот именно такая рецептурная лабораторная алхимия. Ну, наверное, не так много все-таки именно исследователей лабораторной алхимии. Слушай, давай я отвечу словами Юрия Федоровича, причем в поэтическом ключе, если мне позволено. Вот то, что приводит Михаил Юрьевич Радыгин по памяти. Сейчас открою такое условие. Но так, если прозаически, то, во-первых, эти люди есть. Как ни странно. Вот. Их небольшое количество. Во-вторых, популярность алхимических трактатов среди коллекционеров присутствует большая. Не знаю, вряд ли они ратипуют, но им нравится сам вот этот самый тон, наверное, такой вот практическо-теоретической герметической мудрости. Да? И поэтому... Потом есть общины розенкрейцерские. Вот одна из общин, которую я даже не знал о ее существовании из Москвы. Мне недавно там привет передавала, да, потому что вот им понравились наши книги. Да, то есть люди, просто они, ну, и трактаты, собственно, закрыты. Я прочитаю вот это стихотворение, ну, и на сём, наверное, закончим, если не будет вопросов, если будет, то отвечу. Итак, уж свечи потухли, погибли навек великих труды и святыни. И канули в вечность под времени бег трактаты на древней латыни. Это переводов таких трактатов. А дальше продолжение. Открою, смотрюсь я терпеливо в то, что сокрыто тайной до сих пор. Начну читать с трудом неторопливо латинских букв магический узор. Да, многое умеем мы и знаем, но все же... Вы скажите, от чего, а тех, кто был до нас, мы забываем, порой о них не зная ничего. Кто ты, средневековый тот писатель, алхимик, маг или просто шарлатан, а может быть, дешевый прорицатель, туманных слов восславивший дурман, чтобы знать, над чем ты думал и старался, что делал, чем ты жил, чему был рад, чем втайне от других ты занимался, открыл я этот алхимический трактат. Так вот, да, просто алхимики, они довольно таинственные, они действительно занимаются отдельно, и о них так шумно не видно, как об астрологах, о картомансе, мантах и так далее. Просто специфика их деятельности такова, лабораторной, вот, что они, ну, вот, стараются не... У нас еще был, да, у нас еще маленький об этом вопрос была Светлана распространяться, да. Светлана? Здравствуйте. У меня такой вопрос. Планируете ли вы еще какое-нибудь издание по астрологии? Конечно. Редкое, ну, естественно, перевод. Конечно, потому что... да, конечно. Ага. А что именно?
Значит, сейчас у нас идет обсуждение работы Доротея о пятикнижье. По-моему, пятикнижье или... Сейчас неправильно произнесу, да, это ну, Дорофей или Доротей. Тут тоже еще вопрос, как его правильно называть. Так же, как с Эдипом там, Атанасий или Афанасий, вот вечно. Да, вот это сейчас у нас, скажем так, возможно, начнется работа в ближайшем времени, если мы получим предварительное договоренность о финансировании и так далее. Далее, вот я сказал, Абу-Машар – это работа о гороскопах мужчин и женщин. Она ранее вообще не переводилась с арабского, и там крайне сложный текст, за это вот как раз возьмется Розов, скорее всего, но не только он, то есть мы еще привлекать будем и со стороны нашего научного сообщества исследователей, и со стороны астрологов, то есть консультантов, потому что там есть довольно-таки сложный момент. То есть работа идет, и я думаю, что у нас там список из 10 позиций, да, которые, в общем-то, никто не переводит. Есть, конечно, издательства, которые сейчас вот переводят астрологические книги, они чаще всего берут с английского, переводят, да, то, что... Да. Вот же я об этом. Немножко по-другому, да, мы идем, во-первых, берем очень такие тяжеловесные издания, которые на английском, да, но, собственно, там, с комментарием и все остальное, да, или на других языках современных, но до них обычно вот просто не догадываются добраться, или им очень сложно, другие издатели. Либо берем первоисточники, то есть вот с арабского, и, по всей видимости, я бы хотел тоже, кстати, приглашаю к сотрудничеству в дальнейшем, не, вот, не прямо сейчас, да, но это специалистов по греческому языку, нам как раз вот-таки надо, в том числе на астрологические трактаты некоторые. Вот, спасибо. Да.